Одинцовский районный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи сопровождения был создан в 1999 году для решения большого числа задач, связанных в первую очередь со всесторонней поддержкой детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Сопровождение – центр муниципальный, некоммерческий. И трудятся здесь педагоги-психологи, являющиеся настоящими энтузиастами своего дела. Когда мы видим тяжелых детей, которые к нам приходят, и видим свой результат в этой работе, когда мы достигаем нормы у многих детей, помогаем им говорить, справляться с их эмоциональными проблемами, повышаем их уровень знаний, улучшаем объем памяти. Трудности, я не могу сказать, что они у нас есть. Когда любишь свою работу, их нет, этих трудностей. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия, семейная пар-терапия, подготовка и проведение для воспитанников совместных праздников. Опытные специалисты могут помочь на любом этапе, от диагностики и мониторинга состояния ребенка до активной коррекции и развития. Каждый возраст по-своему труден. Малыши не могут осознанно рассказать о своих проблемах, а старшие ребята не всегда идут на контакт. Разбираться в ситуациях приходится в том числе с помощью информационных технологий и методик. Мама разводится с папой. Или папа, ну, допустим, пьет. И дети не могут сказать прямыми словами, что я очень расстроен и я на тебя злюсь. А они выражают это какими-то другими способами, которые кажутся совершенно не связанными вообще с родителями. И наша задача вот это увидеть и быстро провести вот эту диагностику, допустим, за короткий срок, чтобы дальше уже наметить линии вот коррекции. На базе центра постоянно действует первая территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. Она работает в стационарном и выездном режимах. Комиссия занимается обследованием детей и комплектованием групп компенсирующей направленности. В составе комиссии работают высококвалифицированные специалисты, дефектологи, учителя-логопеды, олигофренопедагоги, социальные педагоги, сурдопедагоги. Обследование осуществляется по заявлению родителей и законных представителей по направлению учреждения образования и здравоохранения. Сегодня число детей, которым требуется поддержка квалифицированных психологов, быстро растет. Виной тому недостаток общения в семьях, чрезмерное увлечение цифровыми гаджетами и телевизором, неблагоприятная экология. Поэтому деятельность Одинцовского районного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи сопровождения становится, к сожалению, все актуальнее. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».